Сейчас народ подойдет. Ну, так пускай пусть отходит. Скачет, да. В чем бы и нет. Короче, ситуация такая. Заехал джедай на вокзал в Ориго. Ну, я такой зашел по делам, все дела. Прохожу мимо, где сдают кровь, повернулся туда, посмотрел. А там женщины сидят. Ну, я такой думаю, ну что, мужик же, надо же сдавать тоже кровь. Ну, в общем, сижу, сдаю. Ну, а что делать? Кровь-то надо сдавать. Так что, ребята, если что, если вы не боитесь, приходите тоже кровушку свою сдать. Вон туда, от максимума штрих-код мне поставили. В общем, такая ситуация. Будьте людьми. Если вы ради денег это все, то вам на банковский счет придет. Но я, с другой стороны, зашел не из-за денег, а так чисто. Кстати, ноль положительная нужна, ноль отрицательная и Б. Б какая? Б негативная нужна тоже. Ну, больше, чем остальных. Б негативная больше нужна, да? Нет, ноль негативная, положительная и Б негативная. В общем, ноль положительная нужна, ноль негативная нужна и Б негативная нужна. В общем, ребята, приходите, задавайте. Это нормальная тема. Ничего страшного в этом нет. Тем более мужикам это полезно, поскольку у нас дурной крови полно. Чтобы кулаками не махать, лучше ее в доброе дело пустить. Ну а что делать? Качается кровь. О, груша какая, посмотрите, видите, какая она красивая. В общем, такая ситуация. 30 секунд, улет нормальный. Кстати, после того, когда вы сдадите кровь, никаких лимонадов с газиками. 1,5 литра воды, жидкости, соки, чая, простая вода, но без газов, потому что газики, они у вас, от телегазиков у вас будут телепузики или наоборот. В общем, сидим, качаем. О, кстати, что тут у меня интересный прибор такой есть. Качай. Чик, чик, чик. Качаем бицуху, в общем. Приходите, не бойтесь, это не страшно. Да, кстати, если что, тем, кто не в курсе, у кого официальная работа, и у вас есть бумажечка, что вы кровь сдавали, это один день к отпуску будет, если что. Оплачиваемый. Законы надо учить. Есть что? Те, кто не знает, где я сейчас нахожусь, это находится в Ориго, центральный вокзал Рига. И как раз вот здесь ждут вас всех. Главное, чтобы здоровых и счастливых, кто готов поделиться своей кровью. Ноль. Позитивно, ноль негативно и Б негативно кровь. Нет, ну это не значит, что другие группы не должны идти. Все приходите. Идти. Вообще все. Да нет, тут уже говорят то, что можно всем приходить на самом деле, потому что, ну, кстати, я эту грушу, по-моему, в автобусе видел. Не было такого? Возле памятника Милда. Но это я тогда был не в среду, это было где-то в 13 или 14 году, но груша вот та же самая, по-моему, была. Ну, на самом деле, по средам там. Я улыбку вспомнил. Кто-то прикололся. Мужики, будьте викингами. Сдавайте кровь. Чик-чик. Качает. Насос качает. Что там? Уже все, представляете? Пока я с вами
болтал. Так, насос отобрали от меня грушу. Так. 5 минут 35. 5 минут, и я свободен. Да, 5 минут 35 секунд. Ну, видите, довольно-то быстро. Спасибо вам большое. А, нет, это спирт? Спирт. Так. Через сколько можно отрывать? 2-3 часика. Я понял. Держим на руке. Налейте больше водички, пусть чайку. Сладенького, да? Ну, чай сладенького, да. Вот, люблю я сладенько. А шоколаденьки можно? Можно шоколаденьки. После сдачи крови все может. Все, что душеньки, приятно. Душеньки, сладенькие хочется. Только это не комментируйте. Я понял, спасибо. Я могу идти? Да, там, где вначале были. Я понял. Все, короче, пошел я. Так, лица показывать не буду. Просили не показывать. В общем, всем всего хорошего. Приходите.